Всем привет, дорогие зрители, с вами Аркадий, и это анбоксинг Super Mario Maker. Вообще не думал, что буду снимать это, купил для себя поиграть, провести выходные, но решил все-таки открыть на камеру. И давайте посмотрим, что же это такое, что же это себя представляет. Приобрел я ее буквально час назад, отдал за нее 3500 рублей, но она того стоит. Давайте посмотрим, вот такая вот коробочка. Немного покрутим ее. Это игра для Wii U, кто не понял. Игра для Wii U Mario, скажем так. Ну и давайте тихонечко ее откроем. Довольно занятная вещь. Суть этой игры в том, что вы можете в ней создавать свои уровни. Сами же проходить их или загружать в сеть. И при этом в сети вы можете загружать уровни других людей. Там уже были видео, где человек сделал суперсложный уровень, который там многие пытались пройти, по итогу прошли его. В общем, уровней довольно много, и, скажем так, это нескончаемая игра про Марио. Да, стоит показать. Здесь 4 игры. То есть Super Mario Bros. 1, Super Mario World, Super Mario Bros. 3 и Super Mario Bros. U. New Super Mario Bros. U. То есть для каждой игры можно создавать уровни, либо скачивать их. Ну вот мы открыли ее, давайте. Точнее, распаковали, откроем ее теперь. Мне уже написали, что не открываю ее, это лимитка, потому что она довольно ценная, но я хочу в нее поиграть. Первая у нас это фигурка Марио. Марио Classic Colors. Фигурка в честь 30-летия, да и сам вот этот бокс в честь 30-летия Марио. Вот такая вот фигурка. Здесь вот видно, он выпрыгивает из трубы. Фигурка сделана в стиле 8-бит. Ну, это и понятно. Давайте посмотрим дальше. Так. Здесь у нас сам диск. Вот такой вот диск. Довольно яркий, крашеный, в принципе, как и сама упаковка. Никто в этом не сомневался, что Nintendo постарается. Ну, так как мы все равно будем его играть, давайте его откроем. Посмотрим, что же внутри. Гулять так по полной. Вот такой вот диск. Да, но буклетов немного. Обычно Nintendo ложит много всякой бумаги, но здесь суть в другом. Последнее, что осталось в этой коробке, это артбук. Вот такой вот артбук. И давайте его немного полистаем. Тоже очень крашеный, очень качественно сделан. Nintendo из блоков Марио. Немного текста, описания. Кошачья лапа хватает Марио. Скажем так, он не маленький, я вот даже половину еще не долистал. Немного неудобно листать его на весу. Давайте вот так вот сделаем. Ну, я так понимаю, тут описание, как это можно сделать, как все обустроить. Читать я сейчас не буду. Но я думаю, там все интуитивно. Все-таки от 0 лет игра. А, нет, от 3. У меня гораздо больше, чем 3 года, так что я думаю, я разберусь и без инструкции. Да, очень веселый артбук. Очень красивый. Не знаю, я рад. И думаю, в игре я тоже не разочаруюсь, она от того стоила. Сколько же у нас страниц-то? 73 уже.
Так, неудобно листать страницу. Ну, не знаю, что здесь еще сказать. То есть, я просто сам даже смотрю, не отвлекаюсь от этого артбука, ни о чем не думаю, просто смотрю в него. Так что сказать я, в принципе, ничего не могу. Да, все очень красиво, все очень круто. Я, честно, очень рад, что приобрел эту игру. Кстати, это моя первая фигурка в коллекции. Ну и сразу же Марио. Начало положено. Ну, на этом все. Такой это был небольшой и короткий анбокс. Просто показать, что же это такое. Что же внутри этой большой коробки. Ну, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока.